Наша донька завжди була розумничкою, зараз жах. До школи не хоче на оцінки плювати, на батьків теж. Я не знаю, як вона школу закінчить, не те, що далі робити, без підпису. У нас вопрос о том, что к концу школы ребенок кардинально изменился. То есть из такой девочки-паиньки теперь девочка, которая в школу ходить не хочет, ничего делать не хочет. И вообще родители не знают, как с этим быть. Но мы наблюдаем девочку в подростковом периоде. И здесь тоже такая очень сложная часть жизни у ребенка. Подростковый период – это когда происходит период изменения гормональной системы, и на уровне биохимии ребенок проживает очень сложные моменты. То есть у него тело уже подросло, он выглядит как взрослый, психика еще не сформировалась, очень много желаний, которые он не может реализовать. И здесь очень часто дети встречаются с внутренним конфликтом, причем они сами этого не осознают, они не понимают, что с ними происходит. То есть хорошо, когда родители с сочувствием, с пониманием относятся к тому, что они живут с ребенком, с подростком, которому сейчас реально очень тяжело. То есть у него внутри сейчас буйство гормонов, у него буйство каких-то изменений, и он требует очень много внимания, очень много поддержки. И часто дети ведут себя действительно каким-то непредсказуемым, необычным способом. Они бунтуют, они не хотят чего-то делать, то есть они проявляют себя как личность, они требуют к себе уважения, они проявляют свою силу. И родителям хорошо поддержать ребенка и направить, и понимать, так, мой ребенок сейчас нервничает. Он нервничает, потому что у него нет внутренних ресурсов для того, чтобы совладать со своими эмоциями, для того, чтобы адекватно реагировать на данную ситуацию. И если родители с пониманием к этому будут относиться, ребенку будет легче. То есть просто родитель будет не нервничать и не впадать в детскую позицию и кричать там на ребенка, выяснять с ним отношения, а поддерживать. Ребенок кричит, а родитель спрашивает, что же с тобой происходит там, моя милая дочка, что с тобой, расскажи. И ребенок будет успокаиваться, он будет понимать, что родитель его любит любого. Это лучший такой контакт, лучшее поддержание ребенка, когда он бунтует, когда он не хочет учиться, когда он хочет все бросить, когда он начинает вытворять какие-то вещи, ну, просто там асоциального порядка. У мене є підозра, що у нашої доньки дуже далеко зайшли стосунки з її однокласником. Я не могла такого уявити у свої 15. Чоловік взагалі дуріє з цього, а вона все заперечує. Без підпису. В наше такое продвинутое время, когда на каждом углу мы видим темы про сексуальные отношения, про сексуальную жизнь, безусловно, это влияет на развитие молодежи, и возраст вхождения в сексуальные отношения становится гораздо там, более ранним, чем 10 или 20 или 15 там, лет назад. Но есть еще такая причина, по которой девочки и мальчики вступают в ранние сексуальные связи. В ранние сексуальные отношения вступают те дети, у которых недостаточный контакт с родителями. Те дети, у которых недостаточно любви от родителей. Те дети, у которых недостаточно нежных чувств, недостаточно доверительных отношений. И это как компенсаторное качество, так как ребенок не различает паритеты интимности. Что же такое интимность? Душевный контакт – это интимность, и сексуальный контакт – это интимность. И от недостатка душевного контакта ребенок идет в сексуальные отношения. Это компенсаторика. Если же родители выравнивают отношения, и они находятся в очень доверительных, близких, интимных, душевных отношениях со своим ребенком, в очень сердечных отношениях, такие дети наполнены этими отношениями, они нуждаются в ранних сексуальных контактах, потому что изначально физиологически подростки обычно идут в ранние сексуальные отношения из любопытства и от того, что они недополучают любви дома. Поэтому не нужно этого пугаться. Безусловно, хорошо искренне разговаривать с детьми и позаботиться о средствах контрацепции. И если вы уже заметили, что ваша дочка или ваш сын находится в таких ранних сексуальных отношениях, для вас это должно быть таким звоночком о том, что о ребенке нужно позаботиться. Что где-то вы не уделили ему время, где-то вы не позаботились, где-то вы не поговорили с ним по душам.
Поэтому повернитесь лицом к ребенку, обогрейте его теплом и заботой. Я не хочу бачити своїх батьків. Мені 28, я орендую квартиру, бо не хочу з ними жити. Зараз ми зустрічаємось з Артемом, і він наполягає з ними познайомитись. Я цього не уявляю, бо ніколи не те, щоб любові не було, а й доброго слова у мій бік. Аліса. Я би порекомендувала Алісі іскренні своєму партнеру розказати, в яких вона відносинах знаходиться з батьками. Тобто розказати йому все, як є. Как на духу, что вот есть папа, есть мама, и вот у меня там не очень гармоничные отношения с ними, я даже не представляю, как вообще будет вся эта встреча выглядеть, я очень волнуюсь по этому поводу. То есть все свои чувства, все свои опасения по поводу данной ситуации хорошо своему партнеру рассказать. А там уже выбор партнера, готов ли он встретиться вот с такой ситуацией или нет. И мне кажется, что даже если у Алисы не очень гармоничные отношения с папой и с мамой, если они узнают, что у дочки партнер, и по всей вероятности они собираются как-то свои отношения сделать более прочными, может, Алиса там замуж собирается, я думаю, что родители будут рады познакомиться с партнером, и Алиса, наверное, опасается сверх меры по поводу того, что же может произойти при встрече ее парня, ее родителей, с которыми у нее не всегда ладятся отношения. Я думаю, что все будет хорошо. Иногда в нашей жизни происходят какие-то события, которые кардинально меняют отношения между детьми и родителями. Иногда происходят просто фантастические вещи. Проходит время, какая-то ситуация в жизни непредвиденная происходит, и родители и дети просто пересматривают реальность. И просто что-то меняется совсем вот на 180 градусов. Откуда-то возникает любовь. Может быть, родители повзрослели, может, они уже соскучились за своей дочерью за то время, пока она живет отдельно. Иногда люди на расстоянии становятся гораздо ближе. И я думаю, что Алисе было очень трудно, когда она жила в своей семье, а это время, пока она живет отдельно, могло как-то изменить отношение ее родителей к ней.